Очередная авария скутера и легкового автомобиля произошла накануне вечером на пересечении улиц Кунаева и Джангильдина. Причина столкновения и виновные полиции пока неизвестны. Однако ДТП стало фатальным для 16-летнего водителя двухколесного транспорта. 31 мая примерно в 16:30 на пересечении улиц Джангильдина и Кунаева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины Toyota и скутера. Скутером управлял несовершеннолетний 2007 года рождения. В результате аварии он скончался на месте происшествия. Начато досудебное расследование. За рулем Toyota Camry сидел 51-летний мужчина, добавили в департаменте полиции. В ведомстве в очередной раз напомнили, что по правилам дорожного движения скутеры должны двигаться либо по правому краю проезжей части, или по велосипедной дорожке, коих, правда, в нашем городе очень мало. За минувший месяц в Актюбе произошло как минимум 3 аварии с участием скутеров. Первый произошел 13 мая ночью вблизи Кируен-Сити. Тогда 19-летний водитель скутера попал в реанимацию после лобового столкновения с легковой машиной, которая не уступила ему дорогу на перекрестке. После следующей аварии, которая случилась тоже по улице Кунаева, в кому впал 16-летний водитель мопеда. Позже парень скончался в больнице. Трагедия также случилась из-за того, что водители не поделили между собой полосы движения на перекрестке. Влад Ругушев, программа «Факт».